С утра убрали мы сушилочку. Что там такое? Где? Там стирка. Что там? Там стирка? Шарик? Матвейка положил. Данечка хотела сказать. Там стирка у нас. Он сейчас второй достает. Вот какой мальчишка. А вчера с вечера перестирали все. Свешали, сейчас убрала. Сушилку убрали, а то в кухне места мало. Да, Матвейка любит к машинке там. Лезьте, да, Матвеечка? Сынулька? Нельзя там трогать ничего. Мама ругается. Нельзя. Вот такие вот дела. Вот так вот. Открой, не закрывай. Не надо закрывать. Не надо. Пусть это открыто будет. Доброе утро, мои родные люди. Доброе утро. Муж ест вареники на жареные сковородки. Ой, я уже наелась. Ела я с соевым соусом. Не хочешь с соевым соусом? Не знаю, мне что-то понравилось. Я даже не расчесывалась, надо расчесаться, кстати. Сейчас муж поест. Матвейка у нас играет, веселится, да? Чем мы это? Сразу поедем? А, нет. Сейчас ты поешь, туда пойдем, потом поедем, ага. Хочу я, девчонки, на лыжах прокатиться. На лыжечках. У меня чай, я тщательно допила. Так, сына, ты что там делаешь? Что ты там делаешь? Ну, цветочка, лишние листочки убирать. Не надо ничего убирать тут, сынулька. Мамка все цветочки попритаскивала сюда. Не надо, не трогай. Ну. Ты мой сладкий мальчуган. Мы одели шорты, шортики и одели. Помаши ручкой. Помаши, скажи здравствуйте. Мама. Скажи здравствуйте. Он маму там видит, да? Мама. Маму там видишь, да? Поедем в гости? В гости поедем? Мамка на лыжах поедет кататься. На лыжах у нас снежок идет. Снежок, снежок. Кто-то писал, девчонки. А, нет, на ТикТоке писали. Че, снегу-то мало там навалило, у вас не смешите. У кого-то такого нету. Это у нас что, считай, ну, сантиметров почти 10 было. Так, где-то около этого. Вот. Ну, а как... здесь, смотри, вот хорошо, ты вот прогреб так. Видно, что. Сантиметров 40, а? Ну, здесь, да нет. 30, да, где-то 30-40 сантиметров снега в огороде уже лежит. Ну, конечно, мы огребались. Огребались мы, огребались. Огребалась, мамка вчера огребалась. Тебе надо, что ли? Пельмени ему надо. Это он не есть не будет, он его растеребит. Ну, я что растеребит, ну да, и пусть стеребит. Надо, да? Нет, ему не это надо. Ему вот это надо. Не надо, не давай, не надо. Ну ладно. Не надо, не давай. Сейчас папка покушает и поедем. Пойдем бум-бум. Пойдем гулять. Гулять пойдем? Задумался? Шорты снимем, теплые одели, шорты. Папка печку натопил, дома тепло. Даже жарко. Да все жарковато, да? Иди, мой золотусик. Поедем, да, поедем. Поедем, мы помчимся. Мы поедем, мы помчимся. Кто там у нас? Мы уже, девчонки, собрались. Мы собрались, я все дела переделала. О, нашел крышечку. А, давай, молодец. Данечка с нами. Данюлька с нами. Мы все сделали. Шапку надо будет подправить. На улице у нас снежок валит. Потихоньку идет. Так что, давай, сына, мы выходим, ты обуваешь обувь. Обуваешь. О, и выходим, мы выходим, и мы выходим. Да? Пошли. Данечка с нами, Марина с нами хочет покататься тоже на лыжах. Так что, а что она мне палки-то не взяла? Вот палки. А, ты мои взяла палки-то, Данины? Ну, а долго все, пока пришлось бабушке скорую вызывать, да. О, папка у нас привязывает. Ну, все нормально, ты сейчас скажешь, скорую вызывай. Руки сегодня у нее подопухли, я напугалась, говорю, ну-ка скорую вызову. Укол поставили обезболивающий, сказали, ну, старость, что сделать, ничего не сделаешь. Так что сейчас папка нам привяжет лыжи,
А, возьми, ага, мазюльку-то, чтобы намазать, там скользил. Ой, то есть уже намазала. А, намазала? Все намазала, Марина, Данечка, не надо. Так что и будем кататься, отвлечься надо, отвлекаться. Да, сыночка? Маленький мальчишка. На улице свежо, хорошо, гулять надо. Давно хочу на лыжах покататься. Так что покатаемся. Такой Матвейка. Ну, бутюсельце, мы уже едем. Мне надо волосы потратить, мне шапка не налазит, там пучок мой. А ты чё без шапки? Не одел шапку-то? Они нас свезут сейчас. Папка нас свезет с Мариной. Мы с Мариной, с дочерью будем кататься. Данечка не катается с нами у него, потому что нет обуви. Ему нынче надо покупать обувь для лыжи. Лыжи, потому что у него нога уже как лыжа. Лыжа, Даня, у тебя 45-й уже, ага. Ну, а ботинки мои он надевал, они были 42-го. Но они мне большие, а ему они маленькие уже. У меня 39-й и 42-й ботинки есть. Но я взяла сегодня посвободнее. 42-й, кстати, я взяла. А носки-то шерстяные я не одела. Ну ничего, не выпаду. Покатаемся. Красота. Но все равно морозненько на улице, конечно же. Кстати, эта женщина-то приезжала в скорой. Я говорю, мне писали, что кажется, что когда человек лежачий, типа, пишет одна, она у вас, типа, 50 кг весит. Но я же поднимаю, я чувствую вес, правильно? Она посмотрела, она говорит, она не весит. Она у вас 70 кг весит. Около 70 кг весит, да? Я говорю, она у нас под 80, получается, 70 с лишним, под 80 весила. Но схуднула, но не сильно, прям что, кости. Нет, так что тяжело поднимать, конечно. Мы с Мариной сегодня вдвоем, вот Марина помогала мне немножко. Так что это, ну что, старость, деменция. Что такое деменция? Деменция какая-то, она привяжется к людям всяко. А знаешь, еще историю рассказала. Она говорит, она, ну что, конечно, не одна. Что, сколько таких случаев? Родственники ездили к бабушке. Бабушка, говорит, лицо в печку уткнулось и сгорело, лицо обгорело полностью. Ну что, не чувствует уже совсем это, считай. То ли это вот из этой болячки, вот из этой получается. Из этой деменции. Ну как не чувствовать, я не знаю. Ну, такая вот старость. Она говорит, кому как придется. Такая у человека старость. Ну что сделать? Ничего не сделаешь. Она говорит, уход и все. Сколько будет жить человек, неизвестно. Мы не можем знать. Так что, мы уж приехали. Смотри-ка, мы ехали почти 3 минуты. 3 минуты, и мы здесь. И мы уже здесь. Ура, ура. Чарли? Чарли дявкает? Старый песик, да? Ой, старый. Ему лет 14, наверное, Чарлику-то. Сейчас папка лыжи нам отвяжет. Лыжи, да, Матвеечка? Наша бывшая улица. Доча, ты бы хотела тут жить? Нет. Не хотела? А я бы хотела. Такая красота. Кто, девчонки, не знает, мы вот в этом доме жили. Вот в этом зеленом. А? Что говоришь? Я тут уже жила, сейчас в другом месте. В лес рядышком. Красота тут вся. Тут уже, говорит, жила. Ну и что жила? Смотри, как красиво тут у нас. Ну, все понятно с вами. А в деревне хочешь жить? Нет, я буду в городе. Правильно. Я тоже в городе хочу. Ну, хоть городишко у нас, но мы в городишке живем. Ну, катайся. Ну, катайся, что, как деревня, считай, что... Тут что-то слышно, аккуратненько. Ну, к чему это Маринины знать-то? Знаю. Она у нее треснула в прошлом году еще, знать-то вроде бы, да? В прошлом году? Нет, позапрошлом. Давай не роняй мои-то лыжи. Я положила. Положила. Ну, ладно, папка, пока-пока. Да, Даня сейчас сядет, и Матвейку я тебе обратно подам. Мы прокатили Матвейку. Данечка с нами прокатился. Тихонько его не шутим. Аба! И все, и братья домой поехали. Пока-пока, сынонька. Пока-пока. Мой любимый. Закрывай. Пока, все, давайте. Счастливо. Позвоню, приедете за нами. Давай. Здравствуйте. Тетя Олеся пельмени стряпает.
С чем они у тебя? Ну, ты вчера насляпала картошку на салат, я тоже хочу. Да. Надо было вчера приехать, тебе поесть, я поела бы. Ты видишь, маленький стряпашь. А ты что, большие? У меня большие, я всегда большие делаю. Я не могу маленькие. Маленькие-то лучше. А я не могу большие. Я хочу большие. Я что так ты... одна, а сегодня Константина настраиваю. Давай, кстати. Я тоже просила, допросила, еле допросилась. Виталя мне все-таки маленько помог. Но. Он видно, что не хочет, но я буду давать еще. Ну-ка, никто не... А есть-то хотят. А у нас не едят, кстати, Алиска, не стали есть. Марья, Виталька, тоже не был, Марья, гречка. Марья, он мне, знаешь, что сказал? У меня и так сала на животе много. У ты... которого? Виталя. А у них ни у того, ни у другого сала-то нет. Я думал, хотел как смерть ходячая. Сало у него. Хоть вещи, он говорит, ну вот гречка. Ребра кое-как откинула, знаете. Ну, а вот это он говорит, это сало. Так что... Ну что, кто с нами на лыжах-то? А ты не хочешь? Почему? Исса была с ней. А может на Иссе, а потом на лыжах? Я обычно так люблю, я вот наелась бы и все бы делала. Я это. Ты пойдешь, Костя? Он не пойдет. Не хочет? Тоже не хочешь? Я пойду. Мы одни пойдем, что ли? Я пойду. Пойдешь? Ну да, давай. Ты вроде сказал, не пойдешь. Вот видишь, а? А ты, значит, не хочешь или ты без мамки не хочешь? Ты что, ты туда не идешь? Ну, если ты пойдешь, это вот так. А Юля, если Лёня съест, они не кусаются, вроде сказать. Ну все, все тогда. Ну что, пойдет? Все пойдем? Пойдем. Доча. Маша, дай палки. Мы напились чаев у подруги. Наелись пельменей. Да, наелись. Собрались. Я тоже одела лыжи. Лыжи надела. И едем. Доча, чё стоим? Расстегнулся ботинок, что ли? А, ну застегивай хорошо. Лес пушистый, снежный. Вперед! Там лыжня-то есть? Нет, Марина? Марина, Костя? Ой, какая прекрасная, чудесная погода. Наконец-то я выбрался. 5 января. Дочь пошла куда-то в те края. Говорю, пошли, у нас тут хорошая впереди лыжня. Нет, надо. Никого не понимаю. Марина! Какие-то ухабы надо бежать. Бежать в какие-то ухабы. Какая красотища. Красотища. Пойду Костю догонять. Девчонки, вы катались нынче на лыжах? Ух, круто. Круто. Лес у нас такой красивый. А, вот так подальше палку сделаю, чтобы у меня повиднее было. Давно не каталась. В прошлом году раза два, наверное. Марина, пошли с нами. Фух. Сюда мы в лес ходили по грибы, по ягоды. Столько земляники было. А в прошлом году... Так, в прошлом году не было, мало. Матвейка был маленький, я особо я вообще не ходила по землянику. Нет, мы только на сады ездили. Ездили по ягоды, по яблоке. Ягод было много всяких разных. Снегу подвалило, лыжня тут люди уже накатали. Красота! Ой, красотища, красотища. Константин, я тебя догоняю. Хоть бы не пасть. Ля-ля-ля-ля-ля. Ура! Ура! На лыжах! Ух! Красотища! Девчонки, такая красота! Супер! Чё, Костя? Ну, так лето, да, было жаркое. Хорошо. И мы заходим вглубь леса. В чащу. Лесную. Костя, помнишь, туда по грибы ходили? Какая, а вот сейчас где она? Смылась в другую сторону. Уху. Ла-ла-ла. Погнали! Жжж. Девчонки, заряжайтесь! На лыжах катайтесь! Ху! Красота! Сейчас накатаемся, устанем, промнемся.
Ноги разомнем. Руки разомнем. Ух, супер. Мы катаемся. Иду. Ой, ой, я чуть не упала. Мне так вот катались. Да. Первый раз на лыжи вышли в этом году. Ага. Я пытаюсь. Все, убежала ты. Сейчас догоню. Костю догнали. Бежит Костя. Мы догоняем, Константин, тебя. Вперед. Вперед. Ура. Доча. Доча тоже устала. Подожди. Снимать, камера не фокусируется, кстати. Она замерзла. Так что, девчонки, такая у нас хорошая, замечательная прогулка по лесу. Мы еще не устали, мы в восторге. Бежим, бежим, бегом. Нагоняемся в удовольствие. Красота. Быстрее. Ура! Не падайте. Я еще ни разу не пала, слава богу. Красота. Заряжайтесь бодростью, позитивом. Доча настигла мать. Девчонки, у нас уже смеркается. Мы очень далеко уехали. Возвращаемся обратно. А иду потихоньку и вспоминаю. В училище, девчонки, мы ездили на лыжах, бегали, у нас было очень много соревнований. Вот. И тоже вот так же наша последняя прогулка на лыжах была больше 15 километров всем училищем на Масленицу. Потом мы приходили. О, некоторые идут, девчонки падают, валятся. Ну, не все же умеют на лыжах ездить. Я тоже не особо ездок. Ну, практически вот сегодня я даже не пала ни разу. Споткнулась, конечно, так. Я могу разогнаться, прокатиться так, как бы по прямой. По горкам не умею кататься. Да-да, Костя, ага. Ага. Вот. Какие-то места занимали. Кто придет первый или второй, например. Ну, первое, второе, третье место. Вот. Однажды мы ездили в лагерь. Тоже последний год моего учения в училище. Ездили, девчонки, на озеро Медвежье. И, в общем, у нас был забег на следующий день приезда. Вот, в общем, в лагерь мы заселились. Заселились в лагерь. И на следующий день у нас был забег вокруг озера. И представляете, почти 200 человек у нас было в училище. Девчонок, одни девчонки у нас. Вот. Училище в Куртамыше. Я училась в Куртамыше, на швею я училась, девчонки. Вот. Бегут, выпадают. Кто-то приседает. Устают. А у нас был наладчик, который нам машинки ремонтировал. Он был такой мужчина под 1.2 метра ростом. Он у нас самый первый пришел. Но это из взрослых имеется в виду. Второй пришла девчонка одна. Она ходила на легкую атлетику. Люська Истратова. А вторая пришла я. Девчонки, вот так. Второе место заняла. Нам давали сладкие призы. Сгущенку в банках, конфеты, фрукты. Ой, вообще всего.
Всего вдоволь. Всего вдоволь. Это народу, вот представляете, да? Первый отряд, у нас три отряда было. Первый отряд, второй отряд. И по времени стоит наш физрук и встречает нас. Так что, девчонки, я выносливая. С того момента, как я родилась, видать, я по своим генам такая. Потому что не каждый сможет из 200 человек, допустим, да, ну не 200, там нас было около 200 человек. Плюс взрослые были. Вы представляете, прийти второй. Я, конечно, не ожидала, что я займу второе место. Ну, потому что ты бежишь, и ты... Я вначале медленно бежала, все ломанулись вперед. А бежать же, озеро же огромное. Вокруг озера. Ой, такая пробежка. Бежишь, в конце уже сердце выпрыгивает, стучит. Думаешь, оно из горла выскочит. И такая радость, когда ты уже прибегаешь и думаешь, ура, наконец-то. Людка Истратова. Девчонка, не знаю, откуда она, не помню, но она не из нашей группы была даже. Она ходила в легкую атлетику. А я не ходила, я люблю лыжи, прочее, все такое. Но на легкую атлетику я не ходила. Я ходила на лоскутную технику. Я занималась лоскутками, шитьем. Так что вот такое вот время я вспомнила. Наше классное училище. Нам надо до темноты прийти, потому что время уже много. Мы очень далеко ушли. И уже 2 часа мы катаемся. 2 часа. Дочь где-то вперед вырвалась и убежала совсем. Так что надо скорее домой. Жарище. Все мокрые. По крайней мере, я. Ну, Марина тоже была мокрая. Не знаю, вспотели. Хорошо, погода у нас вроде выходишь, морозно. Стоять, конечно. А на лыжах вообще само то. Так что, девчонки, вот так вот. Сейчас мы приедем. Кстати, я, наверное, даже закончу на этом. Мы сейчас еще приедем. Приедем мы к подруге. На лыжах приедем к подруге. Позвоним папке, он нас заберет. Ну и будем купаться. Делать домашние делишки такие, какие. Стирка у нас там не развешана. Бабушкой заниматься, кормить. Ну, муж, конечно, накормит. Он. Мы заходим, как говорится, бесперестанно. Муж, я, пить, поменять на бачок, в смысле, положить. Вот, в общем. Ой. Так что он знает, что нужно делать. У меня муж все знает. Так же, как и я, в принципе. Так что, девчонки, такая наша сегодня хорошая, бодрая, классная прогулка. Заряжайтесь, девчоночки. Так что всем скажу всего доброго. Я уже наболтала много. Так что всем всего хорошего. Еще раз повторюсь. Ой. Так что подписывайтесь на канал, кто зашел впервые. Заряжайтесь бодростью, позитивом. И всем пока-пока. Пока-пока, мои хорошие. Девчонки, мы уже подходим. Ура, огни. Мы очень далеко ушли. Мы очень далеко забрели. Уже смеркается. Небо темное. Немножко подустали, конечно. И хочется пить. Мы-то подходим. А вот Марина у нас. Марина смылась от нас с лыжни. Сейчас и мы не найти ее не можем. Блин. И прям я подрастроилась. Здесь, девчонки, вот камни. Здесь раньше были старые свинарники. Тут вон все. Дальше тоже. Коровник или свинарники, Костя, я уж не помню. Давно это было, давно. Так что... Марина! Ну что она, куда смылась? Хотела дорогу, наверное, сократить, что ли? Или где она вообще? Ужас. Иду. Нашлась наша Марина. Я стою тут, как дура, переживаю. Ага. Где я, Марина? Говорю, в лесу. Убежала вперед, она быстро бегает на лыжах. Я вроде тоже быстро, но сказала, иди по лыжне, по нашей. Покуда пришли. Уже темнеет, потому что уже темно будет, не дай бог заблудиться. Одна лыжня, но все равно страшновато. Ну, что она? Она вперед нас. Я свернула, говорит, в другую лыжню. Все, вон едут уже папка. Папка едет вдалеке.
на мосту ее подобрал. Она уж домой шарашится. Я звоню. Связи нету, что-то связь вообще стала в последнее время фиговничать. Ну, надо же так. Ужас, кошмар просто. Так что прогулка моя в конце обернулась нервозиком. Ха-ха, ничего страшного, нормально все, слава богу. Огонечками сияет у Олеси дом. Че, говорю, дорогой, ждешь меня? Кто там тявкает? Ну? Заждался, любимый. Че ты ее подобрал? Нет, дочка? А, домой пошла? Мы вот начали подходить, я что-то занервничала. Я говорю, надо же, свалила, говорю. Вперед нас. Ну как усталость? Что значит усталость? Потерялась, наверное. А, потерялась. Не надо уходить, я сказала, не беги, она вперед нас. А, папка за нами приехал. Держи лыжню. Лыжню, палку лыжнюю. Лыжню держи. А, так что, сейчас подожди, раздену. Раздену ноги, вначале лыжню-то надо снять как-то еще. У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты. Что там она делала еще? Ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, танцуй! Дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог всюду иней, а из окон порог синий-синий. Бодрости и позитива, я желаю вам красиво, ха-ха-ха, девчонки. Лыжи, 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 это счастье. Лыжи, 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 это класс. Лыжи, 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 вы катайтесь. Будет настроение у вас. Фу! С горки еду. О, Марина! Бою. Девчонки, мы уже дома. Мы уже намылись. Я уже все дела сделала. Время у нас 6 часов. 6 часов у нас уже ужин. Мы тут себе нагрели вчерашнюю гречку с мясцом. Кукурузки мы захотели. Я, Виталя. Виталя тоже захотел. Да что, накатались. У меня даже усталости никакой. Я вот помылась, дочь, у меня даже вообще нет. Дочь от нас смылась. И вот вообще вот прям трепанула мне нервишки. Прям мать стоит и ждет на бугорке. Я там на бугре стояла, кричу тебя, Марина, на всю глотку. Да Марина, что, по мосту шагат? Ну, что ты как? Рассказывай свои ощущения. Я? Нормально. Хорошо. Устала? Понравилось на лыжах кататься? Понравилось. Давно не катались. Мы в прошлом году катались вместе? Здесь у нас. В прошлом году катались. Я еще упала, думала, ногу подверну, но нет, нормально все. Сегодня, что ли? Да. Ни разу я не упала. Ну, когда выехала-то, ну, там на дорогу. Надо было ждать мать. Вот, надо с матерью идти. Я говорю, медленно. Люди медленно, но я пока поснимала. Я говорю, нам спешить некуда. А я нормально. Ты как ломанулась, как чесанула. Держать. Я пробежками... Нормальными, не такими, что прям разогналась и гоню. Нет, нормально. А потом уж голова такая, ух. А ты здорово бежишь. Ты несешься, как дикая лань. Два часа. Быстро темнеет. И пораньше надо, конечно, но сегодня я промучилась. А мы пока скорую вызывали, пока туда-сюда. Слава богу, все нормально, что. Ну все, тут слезы, там радость. А. Надо отвлекаться, сейчас вот пришла, опять даже делаю, опять у меня такое же, вроде, ну, получше. Так что нормально, девчонки, всем пока-пока. Еще раз, я уж попрощалась в лесу, думаю, не буду включаться, но включилась. А вот он не вырубился еще. Не вырубилось, у меня ничего не вырубилось. Да. У меня энергия бодрая, бодрость. У телефона моего тоже бодрость полнейшая была. Он вырубился. Он был в восторге, он был рад снимать. Ты скажешь, дура, да хоть что говорите. Ладно, всем приятного аппетита, всем хорошего ужина, хорошего настроения, всего доброго. Будем чаи пить с лимончиком. Наедимся сейчас, пойду туда. Там папка с Матвейкой, с Данилкой.
А мы с Виталией, с Мариной ужинаем. Так что как раз и ужин у нас 6 часов вечера. Так что хороших вам ужинов.